Гонка на лодках. Две команды. Стая. Стив, Равшан и Ренатка. Против фриков. Строго Shadowkeg Mix. Команды соревнуются в заплыве на лодках, которые им предстоит собрать из всех подручных средств. И для этого в первый день им нужно найти то, из чего они и будут делать свои лодки. День номер два. Строительство лодок. Ребятам придется проявить немалое мастерство и креативность, чтобы создать лодки, которые пройдут испытания водой. Будем надеяться, что говно и палки, которые они собрали в прошлый день, им помогут. День номер три. West Coast Customs. Командам необходимо прокачать свои лодки, ведь что за моряк без плазмы в каюте? День номер 4. Гонка. Лодкам участников необходимо не развалиться и пройти все препятствия из пункта А в пункт Б. Ну а кто победит, ты узнаешь сам. Следи за гонкой уже с 15 июля.